Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Проблема отопления и горячего водоснабжения. В квартирах 15-17 градусов. Горячей воды нет с мая. И не первый год горячей воды нет. Ну и прошлый год с отоплением. Проблемы были, пока не включить заводскую. Вы, наверное, обогревателями пользуетесь? Мы иногда подогреваем немножко. Жена утром встает газом. Ну, это, наверное, все отражается на плате, на... Ну, это уж... Может, отражается, но дело не в этом. Больше без горячей воды вот тоже замучились.